утро, блин, называется, в столице долбоебизма. Ой, блин. Холодно, кстати, вообще. Ну-ка, что там у меня с лицом? С прической что-то есть? Резинку найти надо. Где в этом сраче моя резинка? Как спалось? Да, спалось. Ну, как спалось? Спалось? Фигня снилась какая-то. А. Что, вещи надо, короче, постирать. Сапоги на каблуках какие-то. Осень какая-то. Выпускной какой-то. Короче, на самом деле, каша снилась полная. Даже не знаю, как расценить данный сон. Ну что, оценивая ситуацию, Что у нас имеется? А что у нас имеется? Денег нихера нет. Ну, нет, у меня есть 50 рублей. Я могу добраться до города, так скажем. Пешочком я буду идти где-нибудь, наверное, минут 50. А вместе с приключениями можно и вообще не дойти. Ну, ладно. Ну что, денег нет, зато мы имеем херовую тучу дисков, приобретенных здесь. 4 нахрен офигенных журнала. Тут у нас есть электронная книжка, чтобы почитать, чтобы переводить с английского на русский тоже. Там, короче, все есть. Телефончик есть, акриловые краски даже есть, жесткий диск на терабайт. Кстати, новая зарядка для телефона. Приобретенные, так скажем. Есть даже новенький Skylink. Apple Mouse, также недавно приобретенный. Есть у нас видеокамера. А еще у нас есть наш любимый Macintosh. Эх, Macintosh. Что бы я делала без Macintosh? Я знаю, купила бы новый Macintosh. Ну не, нафиг. У меня снова такая история. А, еще у нас есть наши любимые перчатки. А шо, так скажем? Вы шо, богатый папа, бедный папа, читали? Тратьте, ребята. Нет, тратьте, дети, деньги на активы. Покупайте активы. Зачем нам пассивы? Пассивы — это скучно, как минимум. Это наши активы, пожалуйста. С помощью них мы можем завоевать мир. Вон даже тряпочка для техники есть.